А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в House Flipper, да? Да, наверное, как обычно. Так, ну а посмотреть сообщение, что у нас там нового? Пинаков. Нифига нет, но Crayfish Coast есть. Так, а мы... Архив, можно сообщения какие-то тут непонятные поперемещать. Так, новые стены, новая жизнь. Марк Пешини. Привет, я занимался перестановкой в гостиной и заметил, что одна стена серьезно повреждена. Раз уж мне теперь нужен специалист, чтобы привести ее в нормальное состояние, не помешает еще кое-что поменять. Мне сказали, это как раз по твоей части. Думаю, стена пропиталась влагой из ванной комнаты, поэтому нужно положить там дополнительную плитку и заодно поменять ванну на душевую кабину. Смайлик такой смешной. А что касается остальной части гостиной, я хочу частично заменить в ней мебель, чтобы было проще переставлять ее перед занятиями йогой. Или в случаях, когда ко мне приходят гости. И прошу тебя, сделай что-нибудь с красной стеной в спальне. Она нарушает мой внутренний покой. Намасте. Намасте. Как намажьте. Намажьте звучит. Оу, слушайте, мне нравится, как выглядит эта хатка. Красиво. Мне прям нравится. Плитка, конечно, какая-то вот эта всратая. Советская с виду. А чё там? А, брёвнышки. Ну их трогать вроде не надо. Здесь тоже ничего. Так, ну вход явно здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, купить, отделка поверхностей, продать пятна. Так, продать. Так, что попало, то и продать. Что можем продать, то и продать. Две каких-то полочки. Вот это. Эту нет. Эту. А, так. Это типа плакатики обои? Да? Нет? Ну, походу, да, судя по всему. Так, продали. И кругленький пуфик какой-то. Так. А, собственно, что делать дальше? Купить пятна, отделка поверхностей. Давайте пятна мы сначала поубираем. Узнать бы, какие. Вот эти, что ли? Ага, понял. Тогда все понятно. Ничего сложного в этом нет. Все? Нет? Нет, не все. Увидел. Я думал, такой покоцанный. Так, все. Уборка, продажа есть. Теперь нужно... Наверное, немножечко это все того куда-то. Куда-то это все нужно присунуть. Это пусть тогда здесь лежит. Это я присру вот сюда. Черт его знает зачем, но так хотя бы будет не мешать. Полотенчик. Книжку надо куда-то приделать. Все, супер. Так, что нам нужно дальше делать? Красить. Отделка поверхности. Какой поверхности? И что красить? Что это такое? Поверхностная. Поверхность чего? Пола или... Сколько их нужно? 163. А сколько у нас будет?
8 куп... А, нет, купить это вот это. 8. Так. Блин, а как тобой пользоваться? Я уже не помню. Так, а это типа нам не нужно отделывать, да? Или, или нужно? Или нужно сначала обфигачить? Да не, ну вряд ли сначала нужно красить, это будет крайне тупо. Так, ладно. А, краска. Желтая краска. Ой, нейтральное дерево. А как этот? А, короче, оно пофиг, оно все равно нейтральное. Так, и желтая краска бледный. Купить банку бледной краски. Ага, подсказка есть. Ну, хоть на этом спасибо. Чпоньк. Зараза, как это неудобно. Как это неудобно, просто как... О, сюда что-то я не дошел. Слушайте, ну смотрите, то есть... А сюда наоборот светится, что прям сюда нужно. То есть там все-таки панели туда нужно было воткнуть. Новое. Ой, блин, я из-за этого узора дебильного обоев начинаю думать, что мне там не нужно проходить. Краска закончилась. А я полную взял? Наверное. Так, ну, почти готово. Почти, да зараза. Снова не хватает. Что ж ты будешь делать? Ой. А, не, прошли следы. Такие следы пооставались. Так. Все, все, краска прошла. 163 плитки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, это здесь нужно плитку положить 100%. Продать. Так, шпатель. Упс. Норм, не? Фиг знает. Интересно, мне хватит или придется еще одну взять? В магазине. А, нет, вот, все норм. Все? Отлично. А как? А, все, положил, наверное. Где тут? Вот, продать. Замечательно, только я что-то ценник не посмотрел. Так, что мне теперь нужно купить? Скажите мне, пожалуйста. Сервант Эбениги. Зеленый. Кстати, ну смотрите в цвет. А он прилипнет? Прилип. Тумба. Тумба-юмба. Есть. Полка. Тупо так будет или нет? Или сделать как-то так. Сойдет, нет? Или говно? Стол. О, стольчик. Стольчик мне нравится. Блин, а у меня такой же стол. Компуктерный. Так, давайте, чтобы в окно не залезть. Вот так вот. 4 стульчика купить. 1, 2, 3, 4. Великолепно. Так, ну, а дальше он там пусть занимается йогой, мы тут даже ничего не трогали. А вот это барахло можно тоже обратно сюда бросить под дверь куда-то. Чуть поаккуратнее, правда. Так, все, здесь типа все готово. Даже мебель не пришлось переставлять. Ну и отлично, отлично. Так, что дальше? Так, подожди, а я сюда еще не выходил. Тут все классно, замечательно. Идем дальше. Коврик для йоги еще один, судя по всему.
спальня, отделка поверхностей, обои с геометрическим рисунком, обои с геометрическим рисунком флорин или флорин. Короче, я просто покупаю, но по идее, но автоматом должно все это примениться, да? Обои, ну пока что одни возьму эти. А, или те, судя по всему, или нет, я не знаю. А чем их лепить? Шпателем? Да. Изменить размер, но как-то не особо он изменяется. Так это обои или плитка, скажите мне, пожалуйста. Ой. Офигенно, я кладу обои здесь. Бред. Нет, ой, я чуть Enter не нажал. На автомате уже. Как закончились? А тут еще есть. Все? Замечательно. Продать. $206. Так. Все? Какие-то они... Текстурка размазанная, кажется. Или то у меня изображение поплыло в глазах. Так, здесь, по-моему, от нас плитку хотели. Продать ванную. Продал. Купить душ. Пятна убрать. Сейчас зафигачим плиткой, а потом купим душ. Блин. А мы курсы не проходили. Нам нужен курс на душ или нет? Нам бы, наверное, сказали, что вы не умеете этого делать или нет? Или не сказали бы? Просто мы же там собирали эту картину какую-то, душ-то мы не собирали. А чё, ну нельзя так? Ну ладно. Обидно. Так, ну тут хотя бы размер более-менее подходит. Все. Так, ну мне походу придется еще одну плитку купить. Потому что расход здесь приличный. Готово, нет? Да. Отлично, плитки хватает. Продать. Так, ну, я надеюсь, я смогу его собрать. Ой, а как его? Походу, так и нужно. Он не вращается. А, не, вращается уже. До этого не хотел. Но, как бы да, очевидно. А, то есть он рабочий. Ну, норм. Я что-то думал, что мне его придется собирать. Все? Это и вся хата? Че, тут один этаж? Я думал, тут два этажа. А, в натуре один. Хм, легко и просто. Shift, Enter. 7300, завершить проект, и 3 звезды у нас в кармане. Принять. Так, нужно сейчас тогда проверить наши, это, как его, спецификацию, не спецификацию. Короче, научиться что-нибудь делать. Ага, пока что ничего нет. То есть простая сборка доступна, но другое, наверное, добровольно-принудительно нам скажут. Так, на продаже нифига нет. Нифига нет. Ну и замечательно. Хату свою мы еще не сделали. Поэтому будет видно. Ну что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фрэш. И всем пока-пока.